Итоги городского тура школьной предметной олимпиады подвели в Бендерах. Около 700 учеников стали ее участниками, 210 завоевали призовые места. Большинство ребят набрали максимальное число баллов – 97 и 100 из 100 возможных. Лидерами по количеству призеров стали учреждения повышенного уровня образования. Это теоретический лицей и все три гимназии. Отличились учащиеся 16, 11, 13, 18 школ. Почти половина призеров заняла первые места. У трети – вторые места. И еще часть тех, кто перешагнул отметку в 70 баллов и завоевал олимпиадную бронзу. Дети нашего города, одаренные дети, у них очень широкий спектр увлечений. Нельзя сказать, что есть те предметы, которые их не увлекают. Хороший рейтинг предметов у нас и по физике, и по химии, по английскому языку. Высокие результаты и большое количество детей участвовало в олимпиаде по русской литературе, по украинскому языку. Высокие результаты дети показали в олимпиаде по молдавскому языку. Педагоги отмечают, школьники в очередной раз показали свой высокий интеллектуальный уровень и проявили лучшие черты характера и желание побеждать. Теперь будет сформирована городская команда эрудитов и знатоков. Лучшие математики, физики и гуманитарии померятся умами со сверстниками из других городов и районов республики. Третий тур предметной олимпиады традиционно проходит в дни весенних каникул. На протяжении многих лет Бендеры находятся в рейтинге лучших команд Приднестровья.